Всем привет! Сегодня я хочу рассказать все про остров Сахабуши из игры «Мои поющие монстры». Чтобы начать развитие этого острова, нужно телепортировать сюда монстров 15 уровня. Можно телепортировать Сахабуша, Мамонта, Брюшка, Зерномеха, Осьмидуба, Пампом, Диджа, главных их редкие и эпические версии. На этом острове можно скрещивать монстров, только если один из них Сахабуш. Дидж даст Сахалоса, Клавны дадут Сахажужа, Мамонт даст Сахарка, Осьмидуб даст Сабанджа, Пампом даст Сахагитара, Брюшок даст Сахабаса, Зерномех даст Сахабита. Вместе они будут играть кавер песни «La For Money», которую написал Кристиан Буш, на его образе основан Сахабуш. Вот и все, что можно сказать про этот остров. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк и подпишитесь.